Если вы меня будете оскорблять и переходить на личности, то буду. А если вы будете, если мы будем обсуждать вопросы по существу, то не буду. Давайте вопросы лучше по существу будем обсуждать. Давайте. Давайте. Какой вопрос вы хотите обсудить? Ну, наверное, актуальный. Как вы думаете, к чему все теперь движется? После того, как 40 стран мира объединились в антипутинскую коалицию, 40? В Соединенных Штатах Америки проголосовали за ленд-лиз, то теперь Украина получит столько оружия и материального обеспечения, сколько необходимо будет для вышвыривания российских войск с территории Украины и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года. 91-го. А почему не 45-го? В 45-м году уже все решили, как оно будет в мире. Кто так решил? Не поверите, Англия, Америка и Советский Союз. Никаких решений там не было. Не было, не было. Что там было решено? Действительно, да? Все правда? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, вот собрались представители трех стран и подписали, что это вам, это вам, это ваша сфера влияния, это ваша сфера влияния, это ваша сфера влияния. И все согласились с этим. Правда, как говорится, после того, когда этот самый появилась кое-кого атомная бомба, многие решили это переиначить, но тем не менее. Именно тогда, после Второй мировой войны, и были единственные, правильные и самые, как говорится, четкие документы по поводу сфер влияний. А потом, заметьте, кто-то это начал нарушать. Не существует таких документов, я вас уверяю. Ну да. Не существует таких документов. Понятно. А что существует? Существует государство Украина. Государство независимое, Российская Федерация и много разных других государств, которые вольны объединяться в военные и экономические союзы на свое усмотрение. То есть вы хотите сказать, что все страны прямо вот по собственному желанию объединяются? Конечно. То есть, когда создавали блок НАТО, то потом все страны, соответственно, Варшавского договора, да, тоже все стремились в Варшавский договор, да? Или все-таки это было решение, потому что нужно было так сделать? Ну, разными путями Советский Союз, который доминировал на то время, втягивал эти страны в сомнительные союзы. Но понятно. Они действительно, ну, минуточку, они действительно входили в Варшавский договор добровольно, а потом добровольно из него вышли. А из блока НАТО никто не посмел выйти. И еще вступили многие страны, те, которые были в Варшавском договоре, вступили еще тоже добровольно, вступили в НАТО. Вы в это, в эту сказку верите, да? Это не сказка, это реально. Не, ну я понимаю, что это так случилось, но вы верите в добровольное, ну, в то, что это самое. Если уж, ну, это не случилось, это так сделали. И по-другому не случится. Да ладно. Уже ничего не случится. Уже это где? То есть вы мечтаете, вы хотите сказать, что... Если будет... Вы нас хотите втянуть в Советский Союз, а мы не хотим. Да? А мы не хотим. Ну, правильно. Ну, а что же остается России? Вот, а Россия прекрасно понимает, что у границы... Вот прощелкали в свое время, как говорится, Прибалтику.
Больше не, Россия не хочет или даже не хотит, как вы говорите, враждебного я соседа. Я не сказал, что не хотит. Зачем вы врете? Я грамотно разговариваю на русском языке. Я не сказал, да что я не прикалываюсь, хотите. Ладно. У меня такого не было. Зачем вы врете? Да зачем что, вы сейчас соврали? Что вы цепляетесь зачем в, вы сейчас на... соврали? Вот. Зачем? Нет, нет. Зачем вы врете? Вы сейчас врете. Вы сказали, что я сказал слово «не хотит». Зачем вы это врете? Зачем вы это сказали? Для того, чтобы меня спровоцировать. Ну, да вы успокойтесь, воля все нормально. Ваша, а вы не хотели, чтобы я ругался. Зачем вы врете? Ну, вы спокойно, спокойно. Я, во-первых, прикололся. Нет, я не буду спокойно. Ну, потому, чё, что а что вы так это? Вы говорите... Вы нервный очень, не надо, не надо, все нормально. Нет, не надо. Я только одно не помню. У вас что, стиральную машинку забрали или что? Так не надо делать. Так не надо. Хорошо. Делать. Стиральную машинку у вас не забрали? Забрали, наверное. Кстати, стиральную машинку забрали, да. Вот видите. Русские оккупанты забрали стиральную машинку. Я жду, когда ее провезут по Красной площади на броне БТР или танка или БТР. Так сейчас они сейчас модернизируют вот эти Т-90. Будет Т-90-66, да, там с расширенными люками, потому что в эти-то не влазят стиральные машинки. Вот. А в новых уже российских танках будут нормальные люки, уже можно будет не одну машинку загружать, понимаете? Да. А скажите, когда начнется вот эта вот машинка, там, во-первых, и унитазы будут уже не по одному снимать. А когда случится деунитанизация Украины, куда какать-то будете? Как всегда себе на голову? Вот зачем? А вы хотите меня спровоцировать? Нет, я спрашиваю. Вы же я спокойно, без матов, спрашиваю я вас. Я тоже спокойно говорю, что вы негодяй. А я-то что? Я у вас, что ли? Это ж не я у вас стиральную машинку-то забрал. Вы вместо того, чтобы у вас закончились аргументы, и вы начинаете троллить. Ну, это нечестно. Да потому что, что ж нечестно? У вас закончились аргументы. Аргументы чего? У вас закончились аргументы. Да я вас слушал. Вы мне даже слова не давали сказать. Все. Теперь вы начали просто... троллить, оскорблять, ехидным способом. Вот видите, вы мне сказали, что я вру, а на самом деле вы что же врете? Я вас ни разу не оскорбил. Как я вру? Что я сказал? А когда я вас оскорбил? Скажите, где я сказал неправду? В чем я неправ? Объясните мне. Объясняю. Вы только что сказали, что я вас оскорбил, а я этого не делал. Ну, вы начали троллить меня сейчас. У вас по поводу нашего разговора, который завязался, довольно неплохо. У вас закончились аргументы, и вы начали переходить на личности. Нет. И начали какую-то унитазную тему непонятную. А, то есть рассказать про вашу стиральную машинку, которая поедет на Красной площади, клоуном, это нормально, если да? Если вы хотите выглядеть клоуном, то ради бога, я же вам не... Я же вам не помешал. Да. Давайте дальше. Там, давайте. Закончим со стиральными машинками. Вот. И перейдем к международному праву. Давайте. А скажите мне, я просто как американец хочу поинтересоваться, где вы взяли то, что... как говорится, Конгресс, или что вы там сказали, принял решение о безлимитной помощи Украине. Ленд-лиз, я не сказал. Ну, тем более ленд-лиз. И чем вы будете расплачиваться? Меня как налогоплательщика очень это интересует. Да какой вы налогоплательщик? Я вас понимаю. Обычный. Который каждый год подает tax return. Вы за кого голосовали? За Байдена голосовали? Я не голосовал ни за того, ни за другого, так как я не верю в выборы. Ну, значит, решение было принято без вас. Без и меня, конечно. Вас... Оно также было принято и без многих других, кто голосовал.
Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте, слава Украине. Ой, а за что? В смысле? Что за что? Ну за что слава-то? Ну, потому что мы из Украины. Здорово. Не, ну Украина классная такая, я согласен. Девчонки мне в Украине классные. Все четко. Ви знаєте то, що в Росії? Ну, как сказать? Кури. Ну, знаете, это еще можно. Что вы знаете? Можно посоревноваться, но суть не в этом. Ні. А дальше-то что? Потому что украинки найкращі, не то, что російські. Да, суки. Ну, конечно, у вас там сало в шоколаде. Конечно, на таких харчах там можно красивее быть. Согласен, не да. Да, да. Ну, отлично. Ну, а дальше-то что надо мне кричать? Там героям слава? А каким героям, девчонки? Да его сало, а вы шо? А каким? Назовите мне хотя бы одного героя. Нашим, таким, что ваш президент дебил. А ваш? А ваш? Наши? Ваш где? Ваш классный? Читает. Слушай, так подождите, как он же Зеленский же на Путина работает. Вы что, не знали? Да, вы же шучасно. Я серьезно? Сколько ваших солдатов сдохло? Да подождите, вы... Сидит в бункере. Ребята, ой, девчонки, что, ну что, ну подумайте вы сами. Ну, смотрите, ну, Зеленский берет у мирового сообщества бабло, отдавать не собирается. Это же плюс России, плюс. Я буду брать за напиздачи. Слава Украине. За что, девчонки? А может быть, все-таки слава КПСС? Это что такое? А может, пішов би ти на? Вот ты такая вот умная, а? Взрослая. А что ты папе такое не скажешь? У меня папа слишком умный. Да и ладно, слишком? Чтобы так, да. Что так воспитал дочь? Знаешь, по крайней мере, у моего тата есть дочка такая, как я, прекрасна. Да. Жалко, что он ей у Мишка-то не этот самое в голову не вложил. И тем более не вложил элементарного понятия, что грубить старшим – это плохо. Ну, про Славу будем говорить или про Сережу? У меня папа Слава. О, уже проще. Да. Вот, хотя бы вот в этом я хотя бы соглашусь, что... Ваш папа молодец, он дочка какая красивая получилась. Ну, пожалуйста.